Показываю, как сделать гуляш из говядины в мультиварке в домашних условиях. Блюдо благодаря мультиварке готовится до безумия просто, но получается удивительно вкусным, сочным, нежным. Рекомендую. С радостью делюсь с вами простым рецептом гуляша из говядины в мультиварке. Это одно из первых блюд, которое я научилась готовить в мультиварке. Оно у меня получилось с первого раза, чего и вам желаю. Блюдо получается сочным, ароматным и очень вкусным. Рассказываю, как приготовить гуляш из говядины в мультиварке. Надеюсь, вам понравится мой рецепт. Приятного вам аппетита! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Мясо промыть под проточной водой, нарезать кубиками, включить режим жарко, время 30 минут, позволить маслу нагреться, тогда обжаривать мясо со всех сторон в течение 20 минут. 2. Лук чистим, перец очищаем от зерен, овощи нарезаем кубиками, добавляем к мясу, все вместе обжариваем. 3. Морковь чистим, натираем на крупную терку, обжариваем вместе с мясом и овощами. 4. Приготавливаем соус, смешиваем воду со сметаной, томатной пастой и мюкой, все хорошо перемешиваем при помощи венчика. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Заливаем смесью мяса и овощи, включаем режим тушения, время 1,5 часа. 6. После того, как прозвучит сигнал, добавляем мелко нарезанную зелень, закрываем крышкой и позволяем блюду потомиться еще 15 минут, напитаться ароматами. 7. Блюдо готово. Отлично сочетается с гречневой или другой кашей. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Такие продукты будут нужны. Говядина 600 грамм, репчатый лук 2 штуки, болгарский перец 1 штука, томатная паста 3 столовые ложки, сметана 2 столовые ложки, мюка 1 столовая ложка, морковь 1 штука, вода 1 стакан, зелень 50 грамм, соль 1 по вкусу, перец 1 по вкусу, специи 1 по вкусу, растительное масло 50 мл, количество порций 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Приятного аппетита, приходите еще!